Здрасте. Какой у вас костюм красивый. Ну да. Чистенький такой. А мы лысые. Уходите, плечи, уходите. Это мы так для красоты его больше одели. А, это мальчонка у вас? Нет, девочка. Девочка? А, его это костюмчик, он все равно классный. Ну, это просто... Он приходится в шапке, недавно у мужа проступила сквозняком. Уши болели. Вот теперь дура в шапке ходить. Пришлось вязать ей. Дура вот в шапке ходить. Ну, что ж делать? Здоровье дороже. Конечно же. Как я извиняюсь, столько стоит, что мама не горюй. Еще два раза в день уши чистить, как мучение. Ну, пошли, пошли дальше. Все. Пошли тоже.